Добрый вечер. Тема нашего урока – продолжение создания печатной платы. Сейчас мы смоем с нее краску, просверлим. Получится у нас печатная плата. Натерли весь наш тонер, то есть краску платы. Получилась у нас такая вот симпатичная. Сейчас мы просверлим ее. А теперь начинаем сверлить. Начинаем сверлить. Сначала единичкой мы просверлим наши разъемы. Просверлим отверстие теперь под наши компоненты, панельку, резисторы, конденсаторы. Наша печатная плата готова. Все замечательно. В следующем видеоуроке расставим детали все согласно принципиальной схеме, которую мы рисовали в первом уроке. Спаяем. Ну а потом перейдем к самому интересному – программированию микроконтроллеров.